Здравствуйте, дорогие друзья автомобилисты. Очередной интересный вопрос от подписчика канала. Максим Базалиев. Здравствуйте, хочу к вам обратиться с нестандартным вопросом. У меня Прада 2018 года. Машина в семье вторая. Езжу летом на моря и для души. Зимой она стоит в теплом подземном гараже до весны. Цель единственная – не гонять машину по солям и сохранить как куколку. Вопрос, стоит ли поднимать ее на козлики для разгрузки пружин и всего? И как поднимать, чуть-чуть или прилично? И вообще, стоит ли поднимать? Как отреагирует зеркальная поверхность штока в амортизатора? В общем, резонно это. Заранее спасибо за ответ. Ну, друзья мои, давайте разбираться с этим вопросом. Конечно же, наши деды, когда хранили старые свои автомобили, они в гаражах выставляли их на колодки. Это для того, чтобы разгрузить ходовую автомобиля, чтобы пружины не просаживались, чтобы рессоры не просаживались, чтобы не приходилось потом с ними возиться. Да, конечно же, когда мы поднимаем на колодки автомобиль, у нас вывешиваются наши амортизаторы и все детали ходовой в крайне нижнее положение. Но в этом положении, как правило, наша ходовая не находится. Наша ходовая находится в нормальном положении, когда у нас она подгружена собственным весом автомобиля. То есть, если мы ставим на козлики, то есть подняли, допустим, наш автомобиль, колеса вывесили, или там на подъемник условно мы подняли автомобиль, колеса вывесили, что мы в результате получили? Мы получили, что наши все сайлентблоки стали в крайне нагруженное состояние. То есть резина сайлентблока у нас скрутилась в этот момент в крайнее положение. Хорошо это или плохо? Это плохо для сайлентблока. Эластичность сайлентблока в любом случае будет теряться. Работоспособность этих сайлентблоков будет со временем хуже. Потом, когда вы поставите автомобиль на нормальный ход, это ни к чему хорошему не приведет. Автомобиль рассчитан на определенную легкую нагрузку, среднее положение, то есть собственная нагрузка. Когда вы оставляете автомобиль свой на долгий срок хранения, обязательно, конечно, нужно, чтобы он стоял в сухом месте, и ничего не должно быть в салоне, то есть дополнительные нагрузки не оставляйте. Не забивайте свой багажник мешками с цементом, как некоторые там, это условно, конечно, шутка, но автомобиль должен быть просто разгружен, по собственным весом стоять, и ничего ему больше не нужно. Тогда все детали ходовой, все детали вашей трансмиссии, все будет в полном порядке. Вы сохраните свой автомобиль надолго, можете даже не переживать. И не нужны современному автомобилю всевозможные вывешивания и колодки. Когда мы на краткосрочный промежуток времени поднимаем, допустим, на подъемнике наш автомобиль, это краткосрочный период, но не долгосрочный. Долгосрочный автомобиль не любит. Вот такие вот нагрузки, когда на вытягивание, в этом случае у нас и опоры амортизаторов, сайлентблоки, это все у нас перегружается. А нам это не нужно, поверьте. Надеюсь, друзья мои, я достаточно понятно вам все объяснил. Если это так, обязательно ставим палец вверх, подписываемся на канал и не забываем нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Будьте здоровы, всем пока!